Всем привет! Сегодняшний обзор про тейпы, спортивные тейпы от компании Iron Man, Official Tape of Iron Man. Эти тейпы, они уже разрезаны и предназначены для определенных участков тела. В данном случае я взяла тейп для плеча, потому что у меня из-за плавания, потому что я больше других причин не вижу, образовалась какая-то травма, которую нельзя обнаружить. Я проходила МРТ, смотрела, то есть по плечевому суставу у меня все отлично. И не врач, мануолог, остеопат не может толком сказать из-за чего, просто говорят, что скорее всего это проблема мышц, а не проблема костей, потому что с суставом все отлично, но периодически боли встречаются на данный момент, они намного, ослабли. Я использовала различные мази, в том числе масло от Веледы с арникой, вообще очень классное средство, оно действительно помогало. И, иногда, если я, например, делаю какое-то, упражнение или еще что-то, сильно подтягиваю плечо, то оно дает о себе знать. Поэтому я заказала вот такой вот спортивный тейп, который буду использовать в крайних случаях, потому что с тейпами тоже нужно быть осторожными, их нельзя постоянно использовать, особенно спортсменам, потому что мышцы привыкают к этому, для них это, да, круто, они не работают в полную мощь, и когда вы этот тейп убираете, если долго носили, то не очень хорошо для мышц, они уже привыкли к хорошим теплым условиям, а сейчас им приходится работать самостоятельно, поэтому использовать только для крайних случаев, на соревнованиях и так далее. Вот. Здесь получается, если я не ошибаюсь, 6 тейпов. Он water resistant, то есть непромокаемый, и можно им мыться, ходить и так далее 5-7 дней. Снимать его нужно тоже очень аккуратно, не на сухую, а именно намочить в теплой воде, размякнуть хорошенько и потихонечку-потихонечку снимать. Вот за 5-7 дней он, скорее всего, сам и снимется. Я еще пока не пробовала. Здесь написано, что подходит, я не знаю, как его, сейчас мы откроем, посмотрим, для обычных таких повреждений, для ankle, это лодыжка, для плеча как раз, для hamstring, это, то есть за коленной чашечкой, для икр, для колен, для запястья, для суставов и для спины. The better brace. Что тут еще? Can be worn in any condition, including water for up to 7 days. Держится больше 7 дней. 24/7 вы можете быть активны и здоровы, как здесь говорится. Вот. Цвет бежевый в одном роле получается 5 метров. Pre-cut strips – это уже подготовленные, отрезанные ленточки. Так. Вот он, вот эта лента. Но, по-моему, они здесь действительно не для плеча только, а универсальные. Хотя на сайте позиционировали, что именно как для плеча. В общем, здесь еще Strength Tape, показаны варианты тейпирования. Кстати, очень полезная штука, потому что по тейпированию есть отдельные курсы, и они достаточно дорогие, где мастера тейпирования рассказывают, как тейпировать, на какие мышцы, потому что здесь нужно знать именно анатомию мышц. Вот. Продвинутые, прошаренные спортсмены уже прекрасно знают, где у них свои мышцы расположены, и клеят вообще закрытыми глазами. Вот. И здесь варианты тейпирования. Давайте откроем и посмотрим. Он очень легкий, такой прям воздушный. Так. Вот он, этот тейп. Я, если честно, ни разу не пользовалась. Как уже было сказано, в общем, не только для плеча, но их можно рвать, если я не ошибаюсь, то есть посередине и так далее, в общем, буду тестировать. Здесь варианты использования на плече тоже показаны.
Вот на плечо можно, вот можно на плечо, вот так. И можно их разрезать, действительно, вы можете даже половинку взять, разрезать, растянуть, приклеить, если вы знаете, как расположены ваши мышцы. Вот, бежевый цвет нейтральный, есть еще, был еще черный и синий, если я не ошибаюсь, но я выбрала бежевый. Вот такие вот дела. Если кто-то уже пользовался, вы обязательно рассказывайте, делитесь своими впечатлениями, потому что мне тоже интересно. И на этом у меня все. Надеюсь, обзор оказался полезным. Всем пока и не забывайте подписываться на канал.